Когда-то, много столетий назад, древняя религия Аар-Аи учила предков нынешних якутов жить в любви и гармонии с природой, нашей кормилицей. Эта мудрая религия не разделяла людей на своих и чужих, а порабощение человека человеком и других народов считала большим грехом. Затем на берега могучей реки Лена пришли люди Запада и указом воеводы запретили Аар-Аи, а белых шаманов, бывших главными проводниками этой религии, подвергли репрессиям. Сегодня, 3 столетия спустя, древняя религия переживает мощное возрождение на земле народа Саха. Каждый год в конце июня, в день солнцестояния, якуты собираются на самый важный религиозный праздник. Год от года их становится все больше и больше. Песех – якутский Новый год. Встретить его, присутствовать на нем было для меня честью и радостью. Все действо происходит вокруг большого медного столба – Серге. Прикоснувшись к нему, человек получает благословение богов верхнего, недоступного для него мира, очищается от грехов, и каждый может рассчитывать на исполнение его желаний. В быту Сергей выполняет функцию коновязи. Специально для этого на столбе есть 3 канавки. Но человеку разрешено пользоваться только средней, потому что верхняя предназначается для привязывания коней обитателей верхнего мира, а нижняя – для лошадей подземного мира. Нельзя разрушать Сергея. Оно само должно прийти в негодность. Да, олицетворяет оно как бы здесь человеческое жилище, и оно подпугивает злых духов. Поэтому есть коновязь, значит, здесь есть народ. Мы, якуты, говорим даже «джонум серге». Это значит «мой народ, мое серге». Лошадь – посредник между человеком и духами. Трудно переоценить ее роль в жизни якутов. В древних якутских легендах говорится, что вначале Бог создал коня, а от него уже произошел человек. У якутов удивительные лошади. Выносливые, неприхотливые, с характером. Да другие не выжили бы в долгие местные зимы с 60-градусными морозами. Зимой они пасутся на заснеженных просторах, самостоятельно отыскивают себе корм. Ранней весной пополняются потомством. Якутская лошадь – это целая аптека и фабрика на копытах. Ее мясо выводит холестерин, лечит от анемии, туберкулеза, склероза. И пахать на ней можно, и охотиться. А ее шкура и волос широко используются якутами в хозяйстве. А еще ведь есть кумыс, священный напиток богов верхнего мира. Многие исследователи Якутии утверждают, что якуты – самые древние коневоды на Земле. И по сей день этот народ сохраняет свою исключительную любовь к коню. Конский бог входит в пантеон 12 главных богов Аар-Аи, которые обитают в верхнем мире. По вере якутов,
мы с вами живем в серединном мире. А есть еще и нижний мир, но туда простым смертным лучше не заглядывать. Это дозволено только шаманам, белым, общаться с верхним миром, черным, с нижним. Любое дело здесь начинается с алгыса, то есть с молитвы, обряда очищения, обращения к добрым духам земли. Именно так нас встретили целительницы Центра народной медицины, который носит имя его основателя, великого белого шамана Владимира Кондакова. Без духовного начала, считал Кондаков, народная медицина зайдет в тупик. Владимир Алексеевич оставил после себя огромное литературное наследие по шаманизму, воссоздал и описал этические постулаты и обряды ААР-АИ. Сам, будучи шаманом 12-й, то есть высшей категории, подготовил много талантливых учеников. Шаманы такого масштаба, как он, считают здесь, рождаются раз в несколько столетий. Ну, используя гипноз. Используя гипноз. Падали, да? Прямо? Ага, упали, да? Ну вот я падал с лошади. Ага, лоб бы прямо еще. Эссех тем временем набирает силу. Читается канонический алгыс, пылает ритуальный костер, исполняются обрядовые песни, водят хороводы. Над полем разносится звук хамуса, музыкального инструмента, без которого невозможно представить духовную жизнь якутов. Праздника Эссех для книги рекордов Гиннесса будет установлен новый мировой рекорд по количеству музыкантов,
одновременно играющих на хамусе. Больше 2000 любителей игры на хамусе из разных стран собрались вместе в Якутске. Но предназначение этого музыкального инструмента не только услаждать слух, но и лечить душу. Ведь с помощью хамуса целители вводят пациента в лечебный транс. Словом, хамус я бы назвал своего рода музыкальным алгысом. Главными целителями у якутов издревле считаются шаманы. Посредники между богами и людьми. Проповедники религии Аар, Аи. Каждый шаман имеет свой оберег. Ну, у кого разное бывает. У кого это медведь, у кого это орел и так далее. Каждое дерево, каждое животное, каждый предмет имел свою душу, кут, имея собственное я. Поэтому с каждым озером, каждой речкой надо считаться, потому что они существуют. Учение о трех мирах лежит в основе шаманской науки, а значит, является и вечной темой для якутского изобразительного искусства. Вот они, знаменитые три мира, с их добрыми и злыми обитателями, героями народных эпосов и сказаний. А это кузнец дарит меч блинному богатырю. Кузнец и шаман из одного гнезда, говорят якуты, веря в особую магическую силу кузнеца. Ведь неспроста даже духи боятся стука железа. А это шаман, войдя в транс, камлает, общается с духами. Может, лечит чью-то израненную душу, а может, вызывает дождь или просит у богов ребенка для бездетной семьи. Ведь малочисленность якутов всегда была главной бедой этого народа. В давние времена жил богатырь Кулун Кулустур. Он был очень строптивый. Он жил один в серединном мире. У него было много лошадей и много коров. И вдруг к нему прилетела золотая птичка с небес и сказала, что там, в небе, одна шаманка хочет выйти за него замуж. А Кулун Кулустур ни за что не хотел брать ее в жены. Тогда шаманка села на облако, прилетела к нему сама и еще раз предложила богатырю стать ей мужем. Воспротивился богатырь. Тогда шаманка увела его за собой в верхний мир, где живет божество Пюрин-Артойон. Пюрин-Артойон приказал Кулун Кулустур жениться на шаманке. Богатырь подчинился, и зажил он с шаманкой счастливо, и родилось у них много детей. Камлания, как и любое таинство, притягивает.
не скрою. Мне тоже давно хотелось стать свидетелем чуда, которому много-много тысяч лет, больше, чем любой из известных религий. Не ведая, что нас ждет впереди, наша съемочная группа отправилась в гости к шаману. Остановка у святого для якутов места. Священного дерева Белях-Мас. Здесь можно помолиться и спросить благословения и поддержку у местных духов природы, загадать заветное желание. А вот и шаманский двор. Тотемный медведь на заборе. Шаманское дерево. В якутской космологии все три мира объединены в этом чудо-дереве. Корнями оно уходит в нижний мир. Ствол пребывает в среднем, а кроной касается верхнего. В дуплах такого дерева воспитывается душа шамана. Гостеприимный хозяин, назовем его Василием, долго не соглашался сниматься. Истинные шаманы верят, что, выставив на показ себя, свои умения, они таким образом могут утратить дарованную им богами силу. Поэтому мы пообещали Василию не показывать его лицо. И все-таки мне и моим спутникам повезло. Одна из моих проблем, скажем так, завела шамана. И мы увидели то, зачем приехали. Завораживающее зрелище. Ведь вы становитесь свидетелем чуда, когда шаман, войдя в транс, слышит неслышимое и видит невидимое. Thank you.
Клорахана! То, что он делает для людей, не шоу. Да и быть шаманом не в радость, как говорил Кондаков. Никому не ведомо заранее, кто окажется сильнее. Шаман, лечащий в трансе больного, или злой дух болезни. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не упал, не ослаб, не сдался. Тяжело, тяжело. Ой, как тяжело. Нелегкий путь. Нелегкий путь. Сергей, даже не ожидал. Тяжеловато получилось. Я думал просто так, а нет. Ты сам видел? Да. Тяжело было. В конце нашего посещения Василий разрешил мне примерить его костюм. Оказалось, что и в этом заложен глубинный смысл. Человек, который по разрешению шамана надевает его плащ, очищается. Но беда тому и всему его роду, кто хотя бы притронется к шаманским вещам без спроса. Пора вернуться на эсэх. Праздник достиг своего апогея. Солнце встает, притягивая к себе руки тысяч якутов. Они буквально купаются в его лучах, очищаются и заряжаются его энергией. Все собравшиеся здесь едины в своей молитве, обращенной к богам и добрым духам земли. Так мощно и зримо древняя религия Ар-Аи возвращается в жизнь якутов. Thank you.